Тайюань является административным центром провинции Шаньси. Расположен в ее центральной части на высоте 800 метров над уровнем моря. История города началась около 500 года до нашей эры, поэтому вокруг него находится огромное количество культурных памятников и древних построек. Основной целью визита китайской делегации стало ознакомление с социально-экономическим развитием Донецка, а также с политической ситуацией в городе накануне 6-го международного инвестиционного саммита. В ходе встречи первый заместитель городского головы Николай Волков и делегация города-побратима Тайюань обсудили тесно сложившиеся экономические связи, а также вопросы сотрудничества в культурной, научной и промышленной сфере. Во-первых, мы очень благодарны вам за приглашение посетить Донецк. Мы ознакомились с вашим городом, гуляли на ваших улицах, смотрели ваши стадионы, заводы. Ваш город можно сравнить с цветком. Везде красиво, чисто, воздух свежий. Чувства остались только приятные. В ходе встречи Николай Волков ознакомил гостей с социально-экономической ситуацией в городе, отметив, что у Донецка и его города-побратима есть положительный опыт сотрудничества, который в дальнейшем будет только развиваться и укрепляться. Также первый заместитель городского головы охарактеризовал стратегическую цель города. Реальный сектор экономики, сфера услуг, развитие инфраструктуры нашего города и повышение качества жизни жителей нашего города. Вот такая стратегическая цель. Мы до конца октября месяца, первой декаде ноября, должны разработать программу на 2014 год. А стратегия нашего города утверждена до 2020 года. Также во время встречи была подписана программа сотрудничества и обмена делегациями между Тайюань и Донецком в 2014 году. Леся Полякова, Александр Худолей, Первый муниципальный.